Снова ты? Кажется, будто с прошлой встречи прошел лишь миг. Дверги говорят, время бежит быстрее под удары молота о наковальню. Ага, и те, кто так говорит, в жизни молота в руках не держали. Чем могу помочь? Как ты здесь оказался? Укрылся тут, когда началось вторжение? Я? Нет, я жил здесь и раньше, учился. А потом начали приходить беженцы. Чему же ты здесь учился? Я изучал породы. Порфир, змеевик, гнейс, брекчию, обсидиан, олигокласс, золото. Ууу, земля таит такие богатства. В этом тайном месте мы собрали все, что знаем о тысячах обличий Имира, из чего тела был сотворен мир. Я мечтал изучить невероятные техники, создать такие доспехи, каких свет не видывал. Но эта мечта погибла вместе с сотнями других. Такова судьба.
Чем еще могу помочь? До скорой встречи. А знаешь, кроме тебя, тут есть еще гости. Недавно наши лазутчики видели великаншу по имени Хюрокин. Хюрокин? Вот это неожиданность. Наверняка она здесь скрывается от Сутунга и Гунлёд. Возможно, ее присутствие – дурной знак. А может, это ничего не значит. Вы там в Асгарде любите темнить, а? Пойдем со мной, поговорим на чистоту. Одного не пойму. Почему вы зарылись в норы? Почему не сражаетесь? Мы и сражались. Насмерть. Но наши старейшины пали, отряды рассеялись, и все было кончено. Берите топоры и идите в бой. Думаешь, все просто? Я даже не знаю, где остальные. Убежища так устроены, чтоб тот, кого схватит враг, не смог выдать всех. Может, у тебя получится их найти? Мое дело найти Сурта и спасти сына. Одна беда. Сурта невозможно убить. Незадача, правда? Я найду способ. Или найду, что ему важнее всего, и обменяю на Бальдра. Тебе будет нужна наша помощь. Ты же здесь ничего не знаешь. Слушай, Хави.
Понимаю, это не твоя война. Ты хочешь найти сына. Но турсы у нас под дверью. Это совсем не шутки. Если они нас найдут, нам не жить. Вот только дети Муспеля жить не могут без грызни. Сейчас их держит лишь страх перед суртом. Избавься от него, и они сами друг друга перебьют. И сбегут к себе в Муспельхейм. И Свартальфахейм снова будет принадлежать двергам. Двергам, которые будут очень благодарны тому, кто их спас. И отплатят герою не только наручем. Ничего не обещаю. Но поищу убежище. Может, так я найду способ спасти Бальдра. Что ж, то же дело. Сюнин, разведай местность.
Не стоит привлекать внимание.
Самоцвет. Пригодится. Полно стражников. Come on.
умоляю, не надо, не надо! Незачем меня убивать! Я ничего не скажу! Я... Вот так, больше тебе ничто не грозит. О, как я благодарна, Хави! Эти твари убили моих друзей! Я бы отплатила тебе чем-нибудь за помощь, но они отняли все ценное, что у меня было. Все в порядке. Лучше доберись до безопасного места. Найдешь меня в убежище, дам тебе кое-что. Пустяк, а все-таки хочу отблагодарить тебя. Запомни, убежище Йордейк. Эти турсы говорили, их где-то ждут. Кажется, главарь. В холмах к северо-востоку от Стормюльны. Если мой путь ляжет в те края, то я, конечно, загляну туда. Сможешь добраться до убежища? Наверное. Раз так, то до встречи там. Удачи тебе. Здесь лучше не шуметь. Thank you.
Стиг! Прикончу!